Жителя села Польяново Октябрьского района подозревают в расправе над односельчанином. По версии следствия, накануне мужчины распивали спиртное в доме общей знакомой. Застолье переросло в конфликт. Обвиняемый выстрелил в оппонента из гладкоствольного ружья. Сразу после убийства подозреваемый попытался спрятаться в лесу, где его задержали сотрудники уголовного розыска. Отмечу, мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции и имеет судимости за кражи, мошенничество, грабежи и разбои. Следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего. После совершения убийства обвиняемый хотел и пытался скрыться в лесополосе, но благодаря грамотной работе сотрудников полиции, а также благодаря содействию, оказанному местными жителями, обвиняемый был задержан. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.